Говори папу, чтобы он меня в зал отпустил. Пап, да. Ты же не хочешь, чтобы она была толстая? Ты что? Пусть ходит в зал, а потом вернется вечером. Ты думаешь, ее стоит отпустить? Она вчера ходила. Ты же не хочешь, чтобы она была толстая? Не, не хочу. Ну, отпускай. Да? Да, извинись. Мне еще извинись перед ней? Это же ты сделал. Че, толстую из нее? Нет, она же будет самой толстой. А что я сделал-то? Ну, отпусти ее на... чтобы она не была толстая, а вечером вернется. Ты думаешь, вернется? Да. Ну, че? Что решим-то? Отпустим ее? Извиняйся. Еще извиняйся.